Живут в два этажа, потому что вот видите, в два этажа, это очень тесно, прямо. Обойти весь приют, но постараюсь максимально возможно показать. 3000 животных. Вы представляете, сколько корма надо в день? Это 1,5 тонны корма. Хотя мы даже боимся уже считать, потому что наш городок уже перенесли. От центрального входа это второй проход. Сил нет туда уже идти. Видите, вот все в вольерах, Более 700 вольеров уже. Центрального входа. Это уже третий пролет. Третий проход. Видите, тоже здесь вольера, Сетка натянута, тень есть. Сегодня, слава богу, не сильно жарко. Видите, какой огромный приют? Это я уже до середины дошла. Вот там центральный вход в конце. Это четвертый проход. Четвертый проход приюта. Здесь все, видите, тень. Спокойно, хорошо им. Ой, какой дом. Вот наш городок. Огромный. Ну вот еще немножко места осталось для строительства вольеров. Ну, совсем прям, скажем, чуть-чуть. Сколько здесь? 4-5 еще можно построить. Вот я на бугорок забралась. Кто это там так нежно гавкает? Ой-ой-ой. А ты красота здесь. А вот у вас, на вас сетки не хватило. Я дошла до детских вольеров, там, где бутылочки. Сейчас посмотрим, кто здесь живет. Кто в домике живет? Ну, разные там живут. Сейчас малышей сниму. Детских вольеров целая серия. Нигде. Да нет, здесь, видимо, не малышей. Вольерчики получились. Прям чудесные. Смотрите. Мы их слепили. Я его слепила из того, что было. Вот так как-то. Здесь вот какие красавцы живут. Ты что ли Курцкар? Как это? Курцхар. Господи, язык заплетается. Курцхар. Да. Красивый такой прям охотничий пес. О, болото, смотрите, как цветет. Это не болото, это, скорее всего, пожарный пруд. Каким красивым цветом цветет. С
Скоро, наверное, французский деликатес здесь заведется. А у этих свое хозяйство тут. Вот как они живут. Свое болотце у них. А точнее прудик свой.